Доброе утро, ребята! Сегодня я начинаю снимать видео в очень необычной обстановке, а именно в нашей школе. Да, я уже вернулась обратно в школу после долгих каникулов. И сегодня так получилось то, что сегодня Хэллоуин. Да, 31 октября. Но, скорее всего, когда выйдет это видео, уже не будет 31 октября. Все уже позабудут про Хэллоуин, но пофигу. Потому что сегодня у нас намечается очень веселый, спуки день. И время сейчас 7:30. Я решила пора раньше приехать в школу, чтобы переодеться, привести себя в порядок и выглядеть страшно красиво. В классе сейчас никого, кроме Фасаи. Она уже одета, но она тоже сейчас будет краситься, создавать для себя образ. У меня, кстати, весь мой образ находится вот здесь вот. Так что let's get started. Я, кстати, даже покрасила ногти в красный цвет для сегодняшнего дня. Выглядит это ужасно, но I don't care. Я готовилась по полной, как говорится. Это еще не финальный лук. Мне сейчас нужно еще добавить кровь наверху. И я готова. Реально было страшно. Короче, у меня костюм Кэрри, и у меня слишком много крови на лице. Ну ладно, нормально. Сегодня намечается веселый день. Сейчас мы, кстати, идем на линейку, и после линейки у нас будет trick or treat, танцы. В общем, все как в прошлом году. Если вы еще не смотрели видео с прошлого года, то посмотрите, ссылочки в описании. И не обращайте внимания на мои прекрасные зубы. Пожалуйста, не надо, потому что это ужасно выглядит. Танцевали, мы на протяжении недели готовились типа к такому сюрпризному марафону, и получилось это не очень, но пофигу. Станцевали, сейчас у нас будет парад вокруг школы, потом trick or treat, и сегодня мы, возможно, будем учиться. Но я не знаю, посмотрим, как это. Каждый раз, когда меня кто-то видит, все говорят: боже мой, что с тобой случилось? Ты такая страшная, и мне это так нравится. Потому что это то, что мы очень сильно любим делать. И да, let's go, trick or treat! Trick or treat! Мы идем в Haunted House, который создала наша школа, прикиньте. Да. Ай! Ай!
это был самый страшный Haunted House, в котором я когда-либо была, саркастически, потому что там были и ученики, и учителя, все пытались как-то напугать, но ни у кого ничего не получалось. Но было прикольно. Стоило это, кстати, 20 бат, так что все супер. Сейчас мы вернулись обратно в класс, потому что, по идее, у нас сейчас должна начаться учеба, но мне, честно, кажется, что вряд ли кто-то будет учить. Так что я сделаю вам, так сказать, разбор моих конфет, потому что мы набрали достаточно много всего. У детей мы, конечно, ничего не воровали, но вот учителя нам в этот раз давали очень много всего. Потому что, ну, просто посмотрите на меня. Я такая красотка. Полный пакет конфет готов. Алиса 100% будет счастлива. Мини-апдейт. Время сейчас 1:30. У нас только что прошел обед. И, в принципе, с самого утра мы до сих пор не учились. Серьезно. Я не понимаю, почему школа не сделает полный день Хэллоуина, типа придумает какие-нибудь интересные занятия для Хэллоуина. Потому что в итоге все уставшие, никто не ходит учиться, и мы просто сидим и ничем не занимаемся. Ну, точнее, я занимаюсь, мне нужно монтировать видео, проверять видосы, и как бы у меня есть чем заняться, но мы не учим. В чем смысл тогда это все? Почему не провести нормальный Хэллоуин вместо просто одного предмета и не учиться? В чем прикол? Я не понимаю. Еще я, кстати, смыла свой макияж, потому что слишком много было крови, и это был капец. Мне настолько стало скучно в школе, что я решила домой вернуться. И не одна, а вместе с Фасай, потому что сегодня она ночует у меня дома, да. Так как сегодня Хэллоуин, праздник, мы пойдем вместе гулять, посмотрим страшный фильм, погуляем, покушаем. И, в принципе, сегодня она у меня ночует, так что мы решили пораньше вернуться домой. Время сейчас 3 часа дня. Я хочу сейчас сходить в душ, привести себя в порядок, смыть вот этот вот ужас с моего лица и сделать новый образ. Да, я решила то, что сегодня вечером не буду ходить в этой Bloody Mary, а переоденусь в какой-нибудь французский образ. Честно, ребята, столько много всего происходит, что я просто вам не успеваю снимать. Время уже 5 часов дня. Мы 30 минут назад собрались, два раза поменяли свои костюмы. Я нашла вот такой вот костюм пирата. У Фасай костюм Cowgirl. Он очень миленький, красивенький, в общем, да. Мы приехали в торговый центр. Потому что прямо сейчас мы пойдем смотреть страшный фильм под названием Exorcist. Сегодня он как раз по скидке, и потом мы будем гулять, ходить, в общем, намечается веселый вечер, но сейчас нам нужно быстрее дойти до кинотеатра, потому что через несколько минут уже начнется фильм. Мы посмотрели фильм, в принципе, как бы, ну, обычный ужастик. Такой, знаете, фильм из сюжета паранормальных явлений, Данан, что-то типа такого. Я обычно это не очень сильно люблю, но в этот раз был достаточно прикольный, интересный, и фильм достаточно был быстрый, так что время сейчас 7 часов вечера, и мы пришли покушать в Санта-Фе, это ресторан со стейками. Сегодня какой-то день не тех планов, серьезно. Мы планировали после того, как поужинать, сходить на Walking Street. Это типа такая длинная тропа, где много разных клубов, тусовок. Мы хотели там сходить погулять, но потом как-то стало нам лень. Из-за этого мы решили вернуться домой. Перед возвращением домой мы заехали, купили шоколад и маршмеллоу, потому что хотели сейчас сделать
s'mores dip. Не знаю, получится ли это или нет. Это типа, знаете, такой маршмеллоу плюс шоколад вместе. Это немножечко отепляется, и потом внутрь этого ты берешь, например, какую-нибудь печеньку и как бы макаешь. По идее, должно быть вкусно, но не знаю, получится ли у нас это или нет, так что let's go do it. Получился просто шикарный, конечно, вряд ли мы его весь съедим и в итоге, скорее всего, выкинем, но получилось очень вкусно. Прямо сейчас, как я уже сказала, я пойду в душ и потом, скорее всего, мы будем ложиться спать, потому что время уже почти 11 часов вечера, а нам завтра идти в школу, так что на этом и заканчивается этот хэллоуинский влог. Не знаю, когда он выйдет на канале, но в любом случае, надеюсь, что он вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и bye-bye! Happy Halloween!